А вот этот футболист, который не успевает, он будет за второе правило отвечать защитника. Перехват вот этой передачи. Они же сюда пойдут, сюда, чтобы вот эту передачу перехватить. Для начала теория. В этой части работы особенно много. Женского футбола в регионе не было полтора десятилетия. Конечно, на теоретические занятия делается особый акцент. Месяц назад завершился первый чемпионат Нижегородской области. По его итогам и была сформирована сборная региона. Уже тогда стало ясно, что развитие женского футбола тесно связано с развитием самого вида спорта. И уже принято решение исполкомом, что в ближайшее время каждая команда премьер-лиги должна иметь команду женскую. Поэтому это надо превратить в систему, и тогда действительно популярность женского футбола будет расти. Не по дням, а по часам. Но главное, конечно, на поле. Сборная Нижегородской области составлена в основном из девушек, которые играют в мини-футбол. Здесь нам могут позавидовать почти все регионы нашей страны. Но сейчас девчонкам приходится перестраиваться. Думаю, что это две разных игры на самом деле. И тактически, и технически, так скажем. Отличается много чем, да, совершенно правильно сказали, другой мяч, другой размер мяча. Соответственно, нужно просчитать отскок, движение, да, к мячу сделать. В мини-футболе игра намного быстрее с мячом. Принял, отдал, и площадочка маленькая. Здесь, соответственно, есть пространство, и нужно показывать свои скоростные качества, а также выносливость. Сейчас девчонки постепенно втягиваются в большой футбол. Конечно, что-то не получается, но главное – есть желание играть и развиваться. Тем более, что для этого развитие на борской базе есть все. Великолепнейшие условия, великолепное поле, питание, проживание. Вообще все, даже то, что одно, девчонки живут, где команда мастеров жили, Нижний Новгород, и живет, и играет в ПНЛ. И то, что была здесь сборная Уругвая, это уже о чем-то говорит. Это же не просто так, это людям же деньги просто так на ветер не будут выкидывать. Значит, будет поддержка, значит, будем работать. В сборной области девушки из 4 населенных пунктов. Нижний Новгород, ВАТ, Бор, Семенов. Перед сборами не все были даже знакомы между собой. Сейчас их уже можно назвать подругами. Коллектив очень хороший. Мы прям познакомились первый день сразу во время заезда. Мы подружились очень хорошо. Сейчас вот вместе каждый вечер сидим в комнате отдыха, разговариваем, футбол смотрим, большой смотрим, и мини смотрели, как КПРФ играл, смотрели, как Россия с Турцией играли, смотрели. После этого втягивающего сбора в планах еще один, посерьезнее. Будут просмотрены еще несколько игроков. В следующем сезоне сборная Нижегородской области будет заявляться в первую лигу первенства России. Это аналог ФНЛ. Александр Быков, Ренат Бикбаев. Время новостей.